Он, конечно, нежданный, негаданный, вдруг откуда-то там не возьмись, нас своей белизною обрадует, где пусть будет все вдруг хорошо. Сонный город в восторге сощурится, как красиво вокруг и светло. И, наверное, товарищи сбудется, что хотелось бы, но не пришло. Мы свои горемычные горести конторезом слегка подновим, и судьбы наши мелкие подлости обезвредим словами любви. Все плохое, конечно, забудется, унесет его время небег, а хорошее сразу же сбудется, ведь на землю упал этот снег. Это первый снег нового сезона. 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 Перекрасим под новые радуги прежних титров обветренный тест. Нам с тобою долго ли надо ли не забыть о цене этих мест. Пусть, дружище, за утренним выгорит разорвать все объятия коллег. Мы повенчаны общей религией, что зовется муншерпенный снег. Там, где юности снов ностальгических светит надежда, где сама закипает под солнцем горячая кровь. Это с неба упавшая новая наша надежда. Это утром светившая новая наша любовь. Это первый снег нового сезона. Это первый снег. Это первый снег нового сезона. Это первый снег нового сезона. Это первый снег нового сезона. Добрый вечер. Ослабьте яд непостоянства, которому лекарства нет, тем, кто питается пространством и поднимается чуть свет, кто путь по-своему разметил от середины до краев и тратит жизнь свою на ветер, который сам же создает. Я очень рад, что сквозь наши кризисы, свиные и прочие болезни, сквозь мороз, внезапно появившийся в северной части нашего полушария, что впервые наблюдается по данным гидрометеоцентра. Мы не знали, что здесь бывает морозы, поэтому вот так вот раз и все. И у всех замерзли автомобили. Я безумно рад, дорогие друзья, что вы смогли сегодня, пробившись сквозь пробки, сквозь свои трудности, прийти сюда, ко мне в гости. Я очень ценю чужое время, потому что не имею своего. И всегда благодарю людей, которые собираются мне подарить кусочек своей жизни. Ничем, никакими песнями, никакими лыжами, никакими деньгами. Этого, конечно, не заменить. Поэтому я дико рад этому обстоятельству. И очень благодарен вам всем. И хочу сказать, что сегодня я постараюсь сделать так, чтобы вам было не очень скучно за эти 2-3-4 часа. Спасибо вам большое.